звука. С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был бы как побег, кругом разгром. Повсюду в комнатах хаос, он меры в разорении, не замечает из-за слез и приступов мигрени. В ушах с утра какой-то шум, он в памяти и грезит. И почему ему на ум все мысль о море лезет? Когда сквозь ирини на окне не видно света божье, безвыходность тоски вдвойне с пустыней море схожа. Она была так дорога ему чертой любовью, как морю близки берега, все линии прибоя, как затопляют камыши волнение после шторма, ушли на дно его души, ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную. И вот теперь ее отъезд, насильственный, быть может, разлук вековой съезд, тоска с костями склон. И человек глядит кругом. Она в момент ухода все выворотило вверх дном из ящиков комода. Он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки образчик, и, наколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее